14 по 17 мая 2019 года в Москве прошла международная выставка металлоконструкции 2019. Среди 125 экспонентов выставки была и группа компаний «Техэнергопром». Выставка металлоконструкции 2019 четвертый раз доказала свою значимость в качестве площадки для решения производственных и коммерческих вопросов между участниками рынка металлоконструкций, связанных с ним отраслей и ключевыми потребителями. Здравствуйте, вы смотрите новости группы компаний «Техэнергопром». Более 3000 человек посетило форум производителей металлоконструкций и поставщиков металлопроката, дистрибьюторов оборудования, представителей проектных организаций и научно-исследовательских институтов. Специалисты холдинга «Техэнергопром» представили свои технологии и решения для стройиндустрии, реализации программы «Бесшумный путь» для реконструкции трамвайных магистралей. Большой интерес к реализации проектов по реконструкции трамвайных магистралей подогревается мировой тенденцией по возрождению трамвая как самого экологически чистого и недорогого городского транспорта. Опыт холдинга в этой области, международные связи с производителями материалов верхнего строения пути, логистические схемы, которые внедрили специалисты «Техэнергопром» – вот основные мотивы, которые привлекали на стенд холдинга посетителей все 4 дня выставки. Приятным дополнением к основным результатам деловой части форума стал приз за лучший стенд выставки, который был присужден стенду холдинга организаторами. Мы нашли потенциальных покупателей, мы нашли потенциальных поставщиков, с которыми надеемся плодотворно сотрудничать в самое ближайшее время. Проведение переговоров и консультаций, обмен мнениями с коллегами отрасли позволило наметить новые ориентиры для углубления клиентоориентированного сервиса группы компаний «Техэнергопром». Участие в международных форумах такого уровня позволяет снять весь спектр проблем металлургической отрасли за несколько дней. Международная специализированная выставка металлоконструкции 2019 сохранила высокий темп деловой активности и переговорных возможностей, а также демонстрации новых видов продукции, технологий и решений для стройиндустрии.